О растущей популярности рождественского праздника в бывшем доме Ульяновых свидетельствуют подарки, преподнесенные зарубежными гостями. Традиционное елочное украшение стран Северной Европы – керамический шарик, расписанный в голубых тонах с изображением ветряной мельницы, родиной которых является Голландия, преподнес чрезвычайный полномочный посол Королевства Нидерланды господин Ян Пал Дирксе. Часто посещала Ленинский музей молодежь Китая, обучающаяся в ульяновских вузах. Китайские поделки сделаны из бумаги красного цвета, что притягивает, как они считают, удачу, счастье, защиту от злых духов. Традиционным убранством являются и плетеные узлы, символы доброты, красоты и удачи. Появился на музейной елочке вьетнамский Дед Мороз Тао Куэн, покровитель Нового года и семейного очага, изготовленный учащимися художественной студии «Витамин Арт» из Ханоя. Удивление посетителей вызывают национальные игрушки из Перу, подаренные студентами, обучающимися в МГУ. Это рождественская сценка в традиционном сосуде колибас, изготовленном из плодов местного стелющегося растения, напоминающего тыкву. И обязательный символ материального благополучия – кошелек, выполненный из гобеленовой ткани местного орнамента.